литературную композицию «Я гражданин Советского Союза». Ее исполняет народный артист республики Сергей Балашов. Полезных огней человек на земле засветил. Есть и праздничный взлет фейерверков на ней, есть и вечный огонь у могил. Будем помнить заботливый свет маяков и тревожную зоркость ракет, но, пожалуй, что искорки доброй такой, как шахтерская лампочка, нет. Безопасная лампа на то и зажглась под землей, как искринка звезды, чтобы там, где скопляется взрывчатый газ, мирный труд оградить от беды. Я от имени всех настрадавшихся сел, городов и столиц на земле эту лампу в Совет Безопасности внес и поставил на круглом столе. Со всеми флагами готов идти. Любая речь ясна мне и понятна. И только с теми мне не по пути, кто грезит годы повернуть обратно. Мы слышим рев избонно, как когда-то он из Берлина нес. Там опять напяливают каску на солдата и учат душу сапогом топтать. Не угрожайте нам разливом крови. На страже мы, на страже всегда. Земля в порядке, воздух наготове, огонь не дремлет и не спит вода. Так пусть шумит над миром мирный ветер. Хлебам расти, садам вишневым цвесть. Как много есть друзей на белом свете, и хорошо, что всех друзей не счесть. Огромен человечий океан, ни края не сыскать ему, ни меры, и лозунг пролетарии всех стран встает над ним, как светлый символ веры. Рука Москвы в угоду злобной сказке с чужого голоса летят слова, но видят все народы, как по-братски им руку дружбы подает Москва. Обезоружив новую войну, мы утвердим победу мира в мире, и океан узнает тишину на всей своей необозримой шире. Пусть спят спокойно в колыбелях дети, да будет труд наш полон торжества. Борьба за мир идет на всей планете. Звенят куранты, говорит Москва. Своей великой родиной горжусь я. Иду дорогой ленинских побед, я гражданин Советского Союза, а на земле награды больше нет. И ничего так в жизни не желаю, лишь бы дышать с народом, как дышу. Партии, как сердце доверяю. Партии, как сиренью дорожу. Своей великой родиной горжусь я. Иду дорогой ленинских побед. Я гражданин Советского Союза, а на земле награды больше нет. Песню Долуханяна «И мы в то время будем жить» исполняет народный артист Советского Союза Лисицян. Когда
взволнованы, невольно за сердце берет, и видится тотчас завещанный, ничем не омраченный час, когда в войну забудут женщины уже спокойные за нас, когда в войну забудут женщины уже спокойные. И радость навсегда пропишется под каждой крышей людской, и гордостью душа охвачена, и торжествует жизнь вокруг, и молодость не зря потрачено, и человек не выступают учащиеся Московского хореографического училища. Они исполняют вальс Шостаковича. Постановка Холфины и заслуженного артиста республики Юрия Кондратова. Дирижер Юрий Силантьев. Thank you.
Сейчас вы услышите выступление заслуженного артиста Республики Мирова и артиста Новицкого. Поздравьте меня! С чем, товарищ Миров? Решил лететь в космос. Отослал заявление. Позвольте, в каком качестве? Не понимаю вас. Ну, какие обязанности вы можете выполнять на космическом корабле? Ну, и обязанности пассажира. Но это маловато, а еще? Я могу и любые другие, если надо. Любые другие? Да. Даже обязанности пилота-космонавта. А чё, могу быть пилотом-космонавтом? Да вы же никогда в жизни не водили никакого транспорта. Я водил. Много лет подряд водил. Что вы водили? Велосипед. Ну, знаете, здесь немножко посложнее. Это вам не ваши два колеса. Почему два? У меня три было. Ах, вот что. Да. Нет, пилота вам не заменить. Пожалуйста, могу любую другую. Может, механика? А чё там надо? Ну, в горючем вы разбираетесь? В чем в этом я здорово разбираюсь. В общем, горючее я беру на себя, Новицкое. Ну что ж, понятно, какой вы механик, мне ясно. Ясно. Такой же, как я, штурман. Пожалуйста, могу быть штурманом. Да вы же в этом не разбираетесь. Вы же весь маршрут перепутаете. Не беспокойтесь, я нигде не растеряюсь. Ну вот где Венера определить, вы можете? Могу. Где? Где Большая Медведица, знаете? Знаю. Не доходя налево. Че, я не знаю. Ну, ничего вы не знаете, а хотите лететь. Не надо придираться, я все знаю. Ну, хорошо, я вас сейчас проверю. Проверяйте. Будьте добры, дайте, пожалуйста, аппарат с цветными ручками, который стоит на сцене. Какой аппарат? Зачем аппарат? Что это такое? Пожалуйста, сюда, поближе его поставьте. Благодарю вас. Вот. Что это? А это дефектометр. Чего? Дефектометр. Неужели не узнали? Не, я узнал, наверное. Я сразу его... Я просто ни разу не видел. Что это? Мне трудно. Это новый аппарат для испытания годности пассажиров к космическим путешествиям. А, физической годности. Да нет, скорее моральной годности. А как же так сразу можно определить, кто годится, а кто не годится? Так вот для этого же изобрели дефектометр. Понимаете, полететь сможет только тот, кто пройдет испытание на звание полноправного представителя коммунистического общества. Очень сложная машина. А сама-то она не путается? Да нет. Здесь, в общем-то, все очень просто. Просто. Вот это у него ручка неверного отношения к труду. Это ручка нечестности. Это ручка стяжательства. И, наконец, вот это моральная ручка. Поняли? Понял. В общем, тут важно не дойти до ручки. Понял я. Да нет, не совсем так. Просто испытуемый должен по очереди взяться за каждую из этих ручек и включить ее. Ну, если у него совсем нет таких недостатков, то загорается зеленая лампочка. Где она? Вот эта. Ага, вот, вижу. Ну, и тогда он может лететь. Понятно. А если такие недостатки есть, тогда загорается красная. Да, и тогда уж будь здоров. Не полетишь. Да уж тогда он не полетит. Очень, очень интересная машина и очень нужная. Так вот и испытайте ее. Кто? Вы. Зачем мне это надо? Ну, конструкторы просили проверить этот аппарат. Понимаете, они предполагают, что зеленая лампочка будет загораться чаще, чем красная. И может быстрее перегореть. Вот я вас прошу, проверьте зеленую лампочку. А чего вы сами-то не попробуете? Понимаете, я бы с удовольствием, но вот видите, палец порезал, и пальцы совсем не сгибаются. А ручки же надо включить как следует. А мне, вот что делается. Я вас прошу, проверьте зеленую лампочку. Ну,
Давай. А у меня сгибаются, да? Ну, у вас сгибаются. Ну, если надо, я могу тоже порезать все. Да зачем же? Лучше проверьте аппарат. Ну, ладно, давай. За какую надо, брат-то? За любую. Лампочка от любой загорается. Ну, вот хотя бы за эту. За эту? Ну, давай. Значит, нажимаю, и загорается зеленая лампа. Верно. Ну, так, значит, о чем она сигнализирует? О честности или нечестности перед народом. Очень интересная машинка. Я понимаю. Значит, если ты, так сказать, чист, подходи, нажимай, тебе дай зеленая лампа. Верно. Ну, аж если подойдет нечестный человек и нажмет, тогда загорится красная. Тогда красная. Наша машинка, да? Наша. Отечественная. Ну, конечно, вы нажимаете, товарищ Миров. Новицкая, а у этой машинки нет какого-нибудь такого, а? Чего? Средненького света, как он, нет он? А? Какого средненького? Ну, желтенького какого-нибудь. А, нет, такого нет. Что, либо зеленый, либо красный. Только так. Все-таки, конечно, светофор у нас лучше устроен, верно? А? Ну, я не понимаю, ну для чего здесь средний свет? Ну, как для чего? Ну, скажем, произошла какая-нибудь мелкая случайная ошибка. Ну, например? Ну, например, поехал, скажем, творческий коллектив на гастроли. Так. Ну, ему по плану надо сделать 20 концертов. Так. А сделали 15. Мелочь, ерунда. Да. А для отчета ведь некрасиво. А, взяли, значит, в отчете и записали все 20. Что вы? 20. 40. 40? А чего вы удивляетесь-то? Концерт большой, двух отделений. Каждое отделение за два концерта считать может. Вот как. Так как в этом случае, если нажать ручку, она же красная. Красная лампочка загорится, товарищ Миров. Красная. Да. Ну вы нажимайте. А? Нажимайте. Пожалуйста, что, раз надо, нажмем. Мы сейчас что, зеленую проверяем? Да, сейчас только зеленую. Может, красить вообще отключить, чтобы не путалось, а? Ну что вы? А что? Ну она не отключается. Не отключается? Они же на одном провод. Итак, от каждой ручки? От каждой ручки. Значит, я и за эту возьму, да. Тоже зеленая может загореться? Да, может загореться. Вот мы и проверим, а то это какая-то шершавая, еще руки занавес. Ну а это чего она обозначает? Стяжательство обозначает. Частно-собственнические пережитки. Скажи, пожалуйста, неужели она может человека за небольшой участок, за одну грядку личных помидоров под красную лампу подвести, а? Да нет, это я не думаю. Мне не важно, что вы думаете, мне важно, что она думает. Да что ж тут плохого, если человек для отдыха копается на огороде? А если он на этом огороде будочку построил? Чтобы урожай караулить, тогда... Большую будочку? 6 комнат. 6? Так ведь меньше же нельзя, когда 2 этажа. Да зачем же на огороде-то 2 этажа? Да не надо 2, ему 1 нужен. 2-й, оттуда видней караулить. Но 2-й без 1-го не держится. А вот как. Так как в этом случае, если вы... Не знаю, надо проверить, товарищ Миров. Нажимайте. Что вы все нажимаете, нажимаете? Что вы на меня жмете, я не понимаю. Это же техника, с ней надо ознакомиться. Мне, может, вон та вон, красненькая, может, она мне больше нравится. По-моему, она у них самая непроверенная. Давай ее. Пожалуйста. Машинка все равно. Да, я... для аппарата все равно. Ну, давай, зеленый, так зеленый. А она тоже тебя обозначает, да? Да, это моральная ручка. Что значит моральная? Ну, значит, она реагирует на аморальное поведение. Скажем, на злоупотребление алкоголем. А? Не, вы что, серьезно? Серьезно. На положение-то она вообще входит? Да что значит входит положение? Ну, если человек выпил, да, из чисто благородных побуждений. Да из каких это благородных? Ну, скажем, пить бросил. Ну, должен с друзьями отметить такой факт. Что же она, тоже красными лампами швыряться начнет, да? Не знаю. Вот видите, не знаете. А человека под аморалку подвести хотите с вашей моральной ручкой. Мне-то что? Подошел, нашел, зеленую лампу зажег и пошел. Минуточку. Куда же вы, товарищ Миров? Нажимайте. Зачем я буду делать?
Это что это за машина такая, которая на каждую мелочь реагирует? Даже в каждом человеке недостатки найти можно. Да. Ведь живые же люди. А живые так и избавиться от всех этих недостатков могут. Ведь вы уж собираетесь там представлять человека нового, коммунистического общества. Какие же это мелочи? А потом между нами говорят, незнание своего дела, это тоже по-вашему мелочь? Какое незнание? Да ну как же может работник театра принять обыкновенный театральный трансформатор за психоиспытательную машину? Не, я, на чё я? Я сразу понял. Да? Я сразу понял, что он этот, как вы его там назвали. И никакие лампы от него не загораются. Почему же не загораются? Все лампы от него загораются. Вот, не пожалуйста. Надо, не надо. Машина новая, испортите. Я сам, вообще-то, Новицкой, мне ничто не страшно. Да. Даже если это был бы дефектометр. Чего мне бояться? Я ведь человек, так сказать, честный, не стяжатель какой-нибудь, не лодырь какой-нибудь. Чего мне бояться, верно? Все, я человек прямой. Ну вот, видите. Ну что же, нячков-тиратель. Человек не пьющий. Эй! Что вы испорченные машины подсовываете? Да почему же испорченные? Вы же сами включили красную лампочку. И, по-моему, очень кстати. Вот подумайте над этим совпадением. А то ведь в коммунизм с такими недостатками входить нельзя. Ну еще, подумаю. Еще времени у меня много, успею. Нет, товарищ Миров, времени мало осталось. Помните, как в стихах говорится? Поскольку известен нам вылета час, и стартовый вымпел уж поднят, начнем подготовку к полету сейчас. Немедля, буквально сегодня. Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады Людмила Зыкина исполняет песню Пономаренко «Ивушка» в сопровождении Государственного русского народного оркестра имени Осипова. Дирижер Гнутов.
Заслуженный артист республики Артур Эйзен исполняет песню Мородели «Россия, Родина моя». Сейчас выступит группа участников художественной самодеятельности Калининской области. Они исполнят народные мелодии. Thank you.
выступает государственный ансамбль народного танца Дагестана «Лезгинка», художественный руководитель, заслуженный деятель искусств РСФСР Израиля. Исполняется хореографическая картинка «После трудового дня».
Сейчас выступит народный артист республики Аркадий Райкин. Легко сказать, прочитать фельетон. Какой фельетон, о чем, на какую тему? Может быть так, может быть показать и осмеять буквоеда, эдакого чинушу, которому бумажка с печатью дороже всего на свете. Или, может быть, напомнить о подхалимах, бюрократах, очковтирателях. А может быть, нет, все это не то. Я подхожу к окошку и смотрю, вот она, улица Горького. Какое движение на улице, сколько людей на тротуарах. Позвольте, это они, эти люди, строили эти дома, это метро, эти подземные переходы и мосты, эти бассейны и стадионы, это замечательное здание в Кремле. К ним будут обращены мои слова, и вот им я собираюсь рассказать о каких-то ничтожных личностях, которых давно пора сдать в архив. Нет, им следует рассказать о них же самих, о тех, кто строит новую жизнь, о скромных, простых людях, патриотах своей страны, строителях коммунизма, вот о тех, которые сейчас идут по этим тротуарам, живут на этой улице, в этих домах, в этой самой гостинице. Я вспоминаю, я приехал в Москву, прихожу с чемоданами в гостиницу «Москва», прямо к администратору. Здравствуйте. Да, только что приехал. Как нет?
15 этажей гостиницы нет ни одного номера. Да, к сожалению, у нас уйма командировочных, много иностранных туристов. Мы еле разместили научную конференцию. У нас делегация из Берлина. Вот, пожалуйста, не верите, посмотрите книгу прописки. И администратор протянул мне книгу. Это была обыкновенная домовая книга. Домовая книга гостиницы «Москва». Нет, это была необыкновенная книга. Это был учебник истории. Слева фамилии, справа города, из которых они приехали. Ленинград, Париж, Владивосток, Берлин, Нью-Йорк, Женева, Каир, Леопольдвиль, Монтевидео, Владивосток. Вот здесь, как в маленьком зеркале, отражается жизнь всей нашей Вселенной. Ваше счастье, освободился номер на 12 этаже. Я заполняю анкету, сдаю паспорт, вхожу в лифт. Лифт останавливается на 6 этаже. Входит новый пассажир, молча стоявший пожилой человек бросается на вновь вошедшего. Петька, это не Петька. Ну, не может быть. Это Петька. Слушай, правда, это ты, Петька. Ой, вот эта встреча. Петька. О, comment ça va, Петька? Très bien, а? Петька, слушай, Петька. Да я тебя поцелую, черт тебя дери. Лифт останавливается на 11 этаже, но никто не выходит, и даже лифтерша застыла у двери. Все с умилением смотрят на эту встречу. Петька, генерал-лейтенант. У него на груди 17 боевых орденов. Он целует своего французского друга. Ну, тебя не узнать, понимаешь. Был боевым офицером, летчиком, а сейчас живу в Марсель, работаю в порт. Поехал сюда, французский выставка. А на 12 этаже у столика дежурной такой разговор. Я третий день, как приехал сюда, в Москву. Это мой здесь сын учится в университете. Это очень интересный, очень хороший город, очень симпатичный. Москва, но I beg your pardon, вы извините меня, excuse me, Лондон, это есть совсем другое дело, это есть Лондон, это есть, вы меня извините, вы когда-нибудь в Грузии были, да? Вы Тбилиси видели, да? Вы тогда ничего не видели. Художник Левитан при всей своей гениальности не мог бы описать эту божественную красоту. Картина такая, горы, 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 цитрусы, мандарины, персики, это легенда. Вы берете в рот совершенно потрясающий, непонятный вкус. Вано Гогуа при всей своей гениальности не мог бы это описать. Вано Гогуа это я, позвольте познакомиться, очень приятно. Я вот слухаю, что вы тут балакаете, не, я так разумею, не, у нас на Полтавщине краще. Яка пшениця, о, а кукуруза яка, ось яка височенна, а які дині, така вони та бураки, ось які, а в степу, а ночі у нас які, звезды в небе, по 3-4 кило кожная. Ну, ночи у нас не хуже, вмешивается третий. Вы видели когда-нибудь белые ночи в Ленинграде, когда в 3 часа ночи каждый листочек на дереве виден, когда... А вы на Москву посмотрите, говорит дежурная. Все смотрят. Да, тоже неплохо. А телефонный кабель гостиницы разбухает от разговора. I would like to speak Russian, but I cannot. I know some words. Дружба, мир, хорошо, спасибо. Ich bin in Sowjetunion als Tourist gekommen, verstehen Sie? Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, ja? Danke schön, ja? Also, bis morgen, ja? Um 12 Uhr, ja? А видео я. Это говорит Незванов. Я приехал в Москву. Вы слушайте меня. Я приехал за трансформаторами. Вот так, давайте. Я предупреждаю, строительство идет на полный ход. Никакого бюрократизма я не потерплю. Выделим мы бюрократов и снимали их. Вы мне палки... Вы меня не перебивайте, я сам перебью кого угодно. Вы мне давайте, вы мне трансформаторы подавайте, вы мне палки в колеса не вставляете. Видели мы палки и вынимали. Вы мне трансформ... Слушай, знаешь, что я тебе скажу? Понял, вот и все. Вот так давай. И давай, отгружайте мне трансформатор. Слушай, видали мы канцелярщину у нас. Что? Отгрузили уже? А, ну правильно. Что зачем? Зачем я все это говорил? А это ничего, это хорошие слова пригодятся в работе дальше. Да?
Миус уже 2:16:34, да? Это, дайте мне Лизочку. Это Лизочка, да? Говорит Сеня. Здравствуй, я говорю быстро, ты запоминай, у меня всего 1 минута времени. Я приехал в Москву в министерство утверждать смету. Так, значит, пускаем новую турбину. Мама, здорово. Соня родила девочку, турбина получила хорошую оценку, назвали Таней. Да-да, слушай, я бегу сейчас, я бегу сейчас документы оформлять. Сергей тебе кланяется. У нас 30 градусов жары, папа отпустил себе бороду, Витя бреется, план выполнили. 30 минут, я постараюсь уложиться. Здоров, ухожу, сделаю, вернусь. Уеду, приеду, позвоню, пока. Каждая комната этой гостиницы имеет свою биографию. Вот в этой комнате до войны жил Валерий Чкалов. Во время войны жил трижды герой Советского Союза Кожедуб. Совсем недавно останавливался здесь Герман Титов. А это что за человек? Смотрите, за ним бегут кинооператоры, фотографы, корреспонденты газет. В руках у него огромный букет цветов. А, это космонавт номер один. Товарищ Гагарин, будьте любезны, встаньте, так я вас сниму. Или примите такую позу, или так, или так, или так. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте, товарищ Туполев. Добрый день, товарищ Мануковский. Приветствую вас, товарищ Шолохов. О, Марсель и Марсо, привет. О, профессор Бернал, Поль Робсон. Надолго в Москву, товарищ Гиталов, наша нижайшая, товарищ Гагановой. Целинному герою привет. А, ну как дела? А чего дела? Дела хорошо. 82 свадьбы за один год, 222 рождения. А? Неплохие цифры, да? Цифры. Цифры сами за себя говорят. Вот и я говорю, растем как хлеб. Во-во. Ну, директору обувному привет. Надолго в Москву? На 3 суток. Привез новые образцы обуви. Ой, всех убьем. Такие ботиночки, только на руках носить. А на ноги их надевать можно будет? Будьте покойны, моя обувь, это мое лицо. Владимир Петрович, Василий Павлович, откуда? Из Парижа. А вы из Заполярья. И куда? В Рим. О, здорово, наше вам. Привет земляку. Кибернетику почет, наши нижайшие авиации. Наикрасшего здоровья. Кого я вижу? О, и вы здесь. Здравствуйте. How do you do? Bonjour. Guten Tag. Servus. Честь праці. Мы ледисиамо смучас эксита, сенсутравахо, глориосо, мехарам сарахунга, тервис, свейки, гамарджоба, салям алейкум, тысячи людей. Люди всех национальностей, всех языков находит здесь один общий язык. Язык труда, сердечности, мира и дружбы. Я стою у окна своей комнаты. Отсюда с высоты 12 этажа видна вся Москва. Впереди манеж, справа магистраль улицы Горького, слева Красная площадь, Кремль, трепещущий алый флаг над куполом Верховного Совета. 44-й год этому флагу. Мы с ним ровесники. У меня светло на душе и радостно на сердце. Вот эта тема, она меня волнует. И об этом я буду говорить сегодня. А сейчас вы услышите фантазию на темы песен советских композиторов.
В Москву собралась вся страна. Наш привет тем, кто солнце и шар достает. Наш привет тем, кто звездам направил поет. Тем, кто лапу несет у плавильных печей. Тем, кто хлеб золотой убирает с полей. Встречаешь рассвет, если ты испытал радость родовых побед, если в жизни тебе недоступного нет, эту песню приви, как сердечный привет. Наш привет. Тем, кто хлеб золотой убирает в поле, тем, кто за нас трудом.
тебя жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли, равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь. Поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете, и вершина любви — это чудо великое, дети. Снова с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь. Надеюсь, что это взаимно. В звуках весеннего гимна я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Сейчас вы услышите песню Соловьева-Седова «Вечерний Ленинград».
подвольной Невой, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню мою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню мою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. С этой поры огневой, где бы не встречались мы с тобой, беспокойную юность мою. Песня летит над Невой, город засыпает дорогой. Парками сада липы шелестят, доброй ночи, родной Ленинград. В парках и садах липы шелестят, доброй ночи, родной Выступает государственный хореографический ансамбль «Березка», старинный русский вальс «Березка». Thank you.
Масней, Севильяна. Артисты цирка, жонглеры Аскалаол. В интермедиях народный артист республики Олег Попов. Thank you.
утонул. Утонул? Утонул. Когда утонул? Сегодня утонул. Это хорошо. Хорошо. Раз и раз и раз и раз. Спокойно, без паники. Так. Раз и раз и раз. Спокойно, без паники. Раз и раз и раз. Спокойно, без паники. Так. Сейчас небольшой уборщик, и будет все в порядке. Документик составить акт о спасении. Документик какой-нибудь давайте. О, герой! Герой! Взять! И утопить! А почему? Я этот район не обслуживаю. Это же не спит. А вы как это не спит? Помочь человеку не ошибиться. Артистки Демкиной исполняют пластический этюд на пьедестале. Thank you.
ты знаешь, что у меня есть, а? А что у тебя есть? Спутник. Где? Вот он. Это спутник? А! Ну, посмотрите, две палки связал и говорит спутник. Кутя. Тю-тю. Ха, тю-тю, ты посмотри. А что смотреть? Алло. Понял. Ха-ха. Мировая штука. Ну дай же мне. Не дам. Ну дай. Я тебе дал, ты бросил. А я пошутил. Пошутил. Ну дай же. Не дам. Нет. Не дам. Не дашь? Не дам. Не дашь? Не дам. Ну и не надо. У меня свой есть спутник. Где? Вот он. Сейчас как раз пип-пип-пип-пип и прилетит. А ну давай, давай. А вот смотри. Ну давай, давай. Выступают акробаты на подкидных досках. Юрьевы. Thank you.
выступают заслуженные артисты республики Рудаков и Нечаев. Весь советский народ с огромным вниманием, удовлетворением следит за работой съезда, слушает выступления делегатов, изучает с гордостью великолепную программу, а программа действительно грандиозная. За короткий срок промышленная продукция увеличится в 6 раз, продукция сельского хозяйства втрое. Вот я смотрю, вас только и интересует то, что увеличивается. Вот что уменьшается, вы не видите. А что уменьшается? Ну как что? Налоги уменьшаются, квартплата уменьшается. Скоро каждой семье отдельная квартира будет. Очередь-то на жилплощадь уменьшается. Совершенно верно. Вот, кстати, мы, сатирики, и должны стараться, чтобы к этому времени выросло сознание у людей. Ну, положим, сознание до отдельной квартиры уже у всех доросло. Вот сатира и должна помогать строить новые дома, собирать высокие урожаи. Вот возьмем, к примеру, Тамбовскую область. Вы читали, сколько центнеров с гектара сняли в этом году тамбовские колхозники? Ну, тамбовские колхозники, конечно, молодцы. Но вот в Саратовской области урожай так урожай. Там колхозники с одного гектара сняли 2 космонавтов. Вот это да! Да! Ну что ж, и в космосе, и на Земле урожай у нас замечательный. Есть, как говорится, чем и себя накормить, и гостей принять. Ну, а что же касается гостей, то советские люди всегда отличались гостеприимством. Для хороших друзей, для желанных гостей у нас открыты все ворота, и московские, и нарвские. И даже ворота футбольной команды «Зенит», не говоря уже об «Адмиралтейце». И когда мы собираемся за праздничным столом с друзьями вместе, то на этом столе всегда есть и китайские яблоки, и румынский виноград. И ленинградский рассольник, и московская особая. И пражские кнедлики, и будапештский паприкаш. Ну а мы для гостей приготовили сатирические куплеты. Прочитали мы газету с Павлом Васильевичем вдвоем. Написали с ним куплеты и сейчас их пропоем. На заводе Лихачева есть проект машины новой. И чертеж есть, и макет, а машины новой нет. Вновь в Перми перерасход, 26 миллионов в год. Но зато какой успех, рапортуют раньше всех. Носит год жена сандалии, и подметки не отстали. А фасону сандалет отстает на 10 лет. Иногда и в новый дом надо брать топор и лом. Топором паркет тесать, ломом двери открывать. Все украинцы нам дали, 1000 тонн зерна и стали. А футбольные медали у торпеда отобрали. Поварам советским снова Нью-Йорк визы не дает. Испугались, что наш повар там устроит им компот. Два
Два туриста с чемоданом сняли ряд секретных данных. А сейчас без чемодана подъезжают к Магадану. Грозный атом мы сумели приспособить к мирной цели. У кого другие цели, тех мы держим на прицеле. Сцены из современной народной оперы песни «Земля» поет Масалитинова исполняет Воронежский русский народный хор. Все придание милое цветет. Все.
пролетят, станет городом герой трудовой Зеленоград. А если нас видим горы и изменим русарек, полетел уже с планеты наш советский человек. По порядку твоему это не врет, но ни калина, ни малина, ни заря, ни гроза. Маются луны и страдали в предрассветной тишине, а назначает был свидание мне у моря на луне. А мой милый говорит, вся душа в огне горит, а полечу я на луну, на тебя с нее взгляну. А милый мой, имей в виду, я тебя и там найду, а золотого рыжего от тебя земли увижу я. Исполняется танцевальная картинка «Колхозная свадьба». Исполняет Государственный русский народный хор имени Пятницкого.